По информации МИД Литвы, еще в понедельник российские военные суда потребовали сменить курс нескольких гражданских судов, находившихся в особой экономической зоне Литвы. Внешнеполитическое ведомство нашей страны призвало Россию последовательно соблюдать нормы международного права, принципы добрососедства и обеспечивать, чтобы подобные инциденты не повторились. Российскому послу также была выражена озабоченность дислокацией ракетных комплексов «Искандер-М», которые могут нести ядерный заряд в Калининградской области, а также полетами российских военных самолетов над Балтийским морем.